Якби дерева давали вайфай, ми б уже давно засадили ними всю планету. А так вони просто дають кисень. Сьогодні навіть у молодших класах середньої школи вивчають такий предмет, як стали розвиток і основи екології. А отже, малі українці знають, що кисень більш цінний за вайфай. Сьогодні наш гість дорослий, який думає так само. Слав Кривонос закликає усіх вийти на фруктовий. Субботник. У этого человека Эмрия, про яку он через Фейсбук поведомил трем вплывовым людям. Сейчас мы дознаемся от него самого. Слав, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и так, обо всем по порядку. Что за мечта, кому обратились, ну и собственно говоря, какие результаты? Уже какое-то время я обнаружил за собой любовь к посадке деревьев. Я хотел бы посадить тысячу деревьев своими руками или быть прямо к этому причастным. И вот через Facebook я написал, и к моему большому удовольствию очень много людей откликнулось и поддержало меня в этом, и выразили желание помочь. И в частности Владислав Чечеткин из компании «Розетка» согласился на осень стать спонсором этой акции и оплатить саженцы, и... Кроме того, мы нашли в Киеве депутата Горсовета Алеся Макаревича, Сергей Шкалеренко по Киеву нам помогает как координатор. И в Киеве уже мы нашли и место, и лопаты, и водовоз, и людей, которые это сделают. Но Зеленстрой из-за того, что мы хотим очень много посадить деревьев, как бы рекомендовал садить именно клены, они для масштабных посадок в рамках города оптимальны в Киеве. А оказалось, по э, сезону уже э, поздно О, да. сажать клены. Поэтому получается, что на осень, э, на э, Киев и в Днепропетровске 26 сентября планируется э, может быть, какой-то рекорд сделать. Ну, по крайней мере, мой личный рекорд это будет. По Киеву мы хотели бы хотя бы 100 деревьев посадить э, за один день. Если э, получится привлечь э, деньги в достаточном количестве, то, э, я думаю, и на 200 э, деревьев хватило бы и сил, и рук, и, воды, и, желания. и желания, главное. Вот. А э, поскольку очень много людей в фейсбуке уже заинтересовалось этим и уже поддержало и уже хотят в этом участвовать, возникла идея не ждать осени, э, а сейчас э, организовать 16 мая э, так называемый фруктовый субботник. Фруктовый, потому что фруктовые деревья менее капризны и э, их сейчас как раз еще можно успеть посадить. Э, а э, нам, мне кажется, важно... Э, Показывать хороший пример э, другим людям и э, Должен вам сказать, очень приятно, когда э, садишь дерево, идет мама с мальчиком. Мальчик спрашивает, мама, а что дядя делает? И мама там, дядя делает, чтобы было красиво. И потом уже этот мальчик будет принимать такие образцы и модели поведения, как правильные. И э, вместе э, так мы сделаем наш город лучше. Поэтому я хотел бы призвать всех жителей Днепропетровска и всех тех, кто нас видит по всей стране, э, 16 мая выйти, посадить кустик, деревце, просто цветы на грядке, просто привести территорию возле дома в порядок. То есть таким вот добрым делом устроить своеобразный флешмоб. всю информацию о нем вы сможете найти на Моей странице в Facebook, там же будут места сбора. Там же мы по Днепропетровску договоримся, в каких дворах, где и когда мы заедем, какие деревья посадим. Также там можно будет договориться, чтобы. Централизованно были закуплены саженцы, потому что я себе буду закупать несколько десятков чтобы в этот день самому посадить несколько десятков. Но, возможно, кому-то не очень удобно за одним саженцем ехать на рынок и покупать, по отдельно покупать. Проще будет мне купить для него и таким образом организоваться. Поэтому на этой страничке вы найдете всю информацию об этой акции и сможете также внести свой вклад в следующем деле. Мы решили, что не стоит ограничиваться одной посадкой деревьев или одним субботником, а оптимально, если мы просто попытаемся объединить людей неравнодушных, которые бы хотели вносить свой вклад как в улучшение окружающей среды, так и просто где-то в уборку территории, кстати. Приватбанк 16 мая проводит э, так называемый зеленый субботник. Они э, в нескольких местах города э, в Днепре и в многих местах по Украине э, приводят территорию в порядок, очищают ее и так далее. И так далее. Тоже отличный день, особенно учитывая, что э, 16 мая День Европы в Украине отмечается. И таким образом мы приблизим европейские стандарты жизни в нашу страну. Я верю, что именно вот это будет конечным результатом нашей работы, потому что в свое время... Теория разбитых окон в Нью-Йорке помогла даже уровень преступности понизить. Окна различные форточки в вагонах метро и так далее были треснувшие, разбитые, были заменены на новые, и люди с большей готовностью подчинялись законам, и с большей готовностью понимали, что эта территория под присмотром здесь нужно вести себя адекватно. Поэтому как бы очень дальняя цель. Дисциплина. Это своеобразная, да, своеобразный. Вот мне кажется, что Мир станет лучше, если вокруг территория будет э, зеленее, с деревьями, ухоженная и так далее. Что те люди, которые сомневаются, э, там, быть ли законопослушными, порядочными или нет, что они, будучи вот на более оккультуренной территории, будут вести себя культурно. Соответственно, так мы улучшим общую ситуацию в стране. И чтобы мы вместе могли э, ну, как бы поддерживать друг друга, я прошу тех, кто будет в этот день использовать, э, вот что-то э, высаживать и э, делать, размещать в соцсетях с хэштегом I love Днепр, свои фотографии и так далее. Так больше людей увидит, что э, нас много неравнодушных. И из э, практики сидения по домам и бурчания, что, а, я пытался, но у меня ничего не получилось, люди перейдут к той практике, с которой я недавно столкнулся, когда маленький мальчик подошел ко мне и спросил, дядя, а чего ты делаешь? Давай я тебе помогу, когда я сажал дерево. Это как бы... Очень вдохновляет и внушает веру в то, що подрастающее поколение покоління і з нашою допомогою зробити страну лучше. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. А нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9-го каналу сьогодні був Слав Кривонос, людина, яка започатковує фруктовий суботник.